Привет, мы продолжаем проходить эфир. В последней части меня опять же до усрачки напугала в начале Альма. И надеюсь, в этой части я не буду никого бояться. Хотя, может, и буду. Ой, выше как. Хотя, я думаю, вам нравится, как я боюсь. Вы же, блин, не жалеете меня. Вам приятно смотреть, как я шугаюсь постоянно. Так что, может быть, и хорошо, если меня опять будут пугать. Ну да ладно, время покажет. Так, выходим на балкон, из которого нас в предыдущей части расстреливал мерзкий супостат. У нас очередной выход во внутренний дворик, но прыгать туда я не надо. Джигурда! Давно тебя не видели, Фокс. Где? Да, хреново, надо сказать, они кидают гранаты. Мазилы. Так, не отказался ли я двоих сразу? Нет, по-моему, одного все-таки. Ты меня видишь? Ух ты, какой живучий, а? Смотрите, у него какой-то другой костюм, да? А нет, такой же. Ладно. Блин, что-то вас дохрена, через вас буквально продираться приходится. Так, возьмем броню, прежде чем уходить отсюда. Сменим пистолет-пулемет на коломет. Обожаю коломет. Пока что любимая пушка в игре. Так, блин, что-то я два раза подряд сохранился. Ну ладно, не помешает, по крайней мере. Кажись, я его не убил. Укрытие! Хорошо. Вроде поспокойнее стало. Еще сохранимся, потому что что-то, блин, начинает меня напрягать. А, еще кто-то есть. Опять ты. Так, ну на тебя я не буду тратить эту штуку. Я лучше тебе, во-первых, закину гранату, потому что ты любишь есть... Блин, кидай! Потому что ты любишь есть гранаты. Ну и... Блин, не ту кнопку нажал. Надо кидать гранату кнопкой G, а я нажал H. А H это у нас спрятать оружие. Поэтому он махал кулаками только что. Ой-ой-ой-ой. Так, блин, надо отступать. Охренеть. Так, ну и что? Рискнем. Здоровьем. Блин, да что ж такое? Просто, блин, охренеть, я не знаю. Насели как эти самые. Один? Или еще кто? Все, нет, успокоились? Да нет, посмотри, а. Обалдеть. Возьмем броню. Так, тут ширнуться нечем. Я уже 3 серии не ширялся. Ладно.
принципе, пойдет. Я, конечно, потратил довольно много аптечек, но у меня их еще довольно много осталось. Вообще непонятно, что со сложностью, потому что уровень сложности элит, и тем не менее, они не представляют какой-либо опасности для меня. Помню, когда я в первый раз проходил, помирал я тут просто со страшной силой. То ли я заматерил, то ли чего, не знаю. Сейчас шурнемся. Красота. Как давно мне этого не хватало. Блин, музыка тревожно все еще играет. И это печально. Упс, скотина. Ну, я думаю, там понравилось, хотя она перелетела, но в спину влетела все равно. Так, сейчас пыль осядет, и мы пойдем карать. Тебя. Тебя. Ну и тебе, маленький, что ли. Так, ну что, ты еще живой? Ах, убил меня, скотина. Ну что ж, я давно не помирал. Когда-то это должно было случиться. И оно случилось. Так, поправим мышку. Возьмем сразу эту штуку. Блин, да блин, не та кнопка, ёлки-палки. Я, блин, не попал, по-моему. Ой, не надо. Там себя так не убить, не себя так. Твою мать, а. Смотри, что делает. Так, нате еще одну. Ты что-то, блин, не угомонишься все никак. Блин, это дорогого стоит. Живой, нет? По-моему, все. По-моему, там один еще сидит за креслом. Вот ты. Блин, на это у меня патронов не осталось. Да что ж такое? Охренеть просто. Все, нет. Наконец-то все похоже. Так, и по-моему, где-то сзади у нас остался шприц. По-моему, я до его применения сохранился. Сейчас посмотрим. Так, вот здесь вот. Вот тут вот он лежал. Но теперь его нет. Значит, все-таки я успел швырнуться. Это хорошо. Так, все, идем дальше. Блин, что-то серьезно стало. Только я сказал, что вроде элита, вроде как не сложно. И сразу дали мне просраться. Сохранимся, пожалуй. Больно уж много всего произошло. Скотина. Так, аптечка. Аптечки — это всегда хорошо. Аптечки мы завсегда рады. Ну и... Ух ты! Ты не один из них. Я уж боялась, что меня никто Цыпа. Не спасет. Слава богу, она в норме. Дай ей передатчик. Обойдешься. Себе оставлю. Давайте почитаем сначала. И чё? Ну, давайте телефон послушаем. Стой там, сука. Это Хаббигер. Слушай, я прекрасно тебя понимаю, но у нас нет выбора. Саркофаг нужно уничтожить. Ты знаешь как.
Если ты хочешь сделать это ради нас, подумай о своей дочери. Следующее сообщение. Фил Вэкюм. Харун, ты был прав. Эта долбанутая сучка решила взорвать все к чертовой матери. Похоже, она окончательно съехала с катушек. В общем, с меня хватит, я улетаю на Таити. Буду валяться на пляже и пить коктейли, пока не утихнет вся эта шумиха. До встречи, приятель. Ты поступил правильно. Так, ну давай, держи передатчик. Алло? Мисс Уэйк, мы собираемся вытащить вас отсюда, но вам придется побегать. Мне нужно к отцу. Где он? На каком-то секретном объекте. У него даже адреса нет, только координаты. Ходы туда замаскированы, но я знаю, как их искать. Похоже, эти данные я уже видел. Давайте по порядку. Сперва на крышу. Вертушка уже близко. Вы имеете в виду вертолет? А может, лучше на машине? Она там, внизу, в гараже. Вы что, боитесь летать? Да. Поверьте, так будет безопаснее. Убедили. Так, автоматическое сохранение. Ну и что, Элис? Быстрее, надо забрать отца. Для тебя что угодно, крошка. Чего? Вы встретитесь с отцом, как только мы его подведем. Нифига. Я пойду к нему вместе с вами. Не выйдет. Вам было мало сегодняшнего дня? Ты поговори мне еще, ага. Так, сохранимся. Что-то у меня здоровья мало. Так, все, идем дальше. Надеюсь, там подкрепления не пришли. Нам, видимо, надо куда-то назад, потому что других путей я тут не вижу. Тут двери не было нигде, я не пропустил. Это вы же меня потом живьем сожрете. Скажете, слепошарый! И тому подобное. Так, идем. Что у нас тут? Не отставай, красотуля. Так, что здесь? Здесь закрыто. Зато, блин, что у меня с патронами? Довольно печально, надо сказать. Давайте мы возьмем лучше пистолет-пулемет. Идем дальше. Дают сохраниться, это значит, где-то рядом враги. Я так думаю, по крайней мере. Это еще не ужас, ты ужаса не видела. Вот когда на тебя из темноты девочка на четвереньках выбежит, вот тогда ты встрешься. Так, ну что? Куда? Ты один? Блин, ты... А, блин, я не заметил, откуда он взялся? Твою ж дивизию убивать начинают. Причем только шум стоит. Я не могу сказать, что это хорошо. Да ладно. Убивать, значит, есть за что. Так, вот у этого у меня нет патронов. Так что мы, пожалуй, ее поменяем на пистолет-пулемет. Да, ужас. Я не говорю. Ой, вернее, я не спорю. Давайте. Идите сюда. Ну, нет смелых. Придется, как обычно. А, блин, не мешайся под ногами, Элис. Что это за девочка? И как ее зовут? Кто такая Элис? Так, и что? Кто меня в прошлый раз тут убил? Хорошо. Хорошо. Только здоровье кончается. Аптечки я тут все уже собрал. Но судя по тому, что тут есть враги, мы идем в правильную сторону. Это хорошо. Главное, чтобы было понятно, куда идти, на мой взгляд. А с этим я пока проблем не вижу. Блин, опять это фойе. В прошлый раз оно напрягало. А вон лифт, похоже, да? Так, давайте мы
О, прелесть ты моя. Два раза дальше рнуться за игру, обалдеть. Вернее, не за игру, а за серию. Это просто праздник какой-то. Так, давай, Алис, поехали. Может, хватит дурака валять? Может, и хватит. Жми кнопку, ёлки. Так, а мы пока пересядем поудобнее. А почему горят все этажи? Кто-то нажимает на кнопки вызова. Внимание! Ох, ни хрена меня снесли. Блин, да что такое, у меня полное здоровье было. Ладно, больше не буду говорить, что на элите легко. Так, потому что на элите что-то стало чертовски сложно. Не говори гоп, как говорится, пока не перепрыгнешь. Может, хватит дурака валять? Давай нажимай, хватит дурака валять. Действительно, что. Так, сохранимся. И продолжаем. А почему горят все этажи? Кто-то нажимает на кнопку вызова. Внимание! Закрывай. Отряд, перекличка! Блять, да ты откуда сдался? Чё закрывать? А, ну все закрывается. Слава богу. Я уже думал, хана, шандец. Так, 8-й, 9-й, гейм на крышу. Сколько там этажей всего? Ну, охренеть. Еще раз. Берегись, берегись. Блин, давай закрывай быстрее. Так, блин, осталось 5 этажей. Или тут 16 даже? Нет, 15. О, блять. Я ж думал, приехали. Да, высадил весь рожок. Аптечки-то кончаются. Ой, еще сохранимся. Извините, что я часто сохраняюсь, но я думаю, вам не особо приятно будет один и тот же момент по несколько раз пересматривать. Так что, меня прости. Что такое? Свет отключили? Да что ж все не слава богу, да? Я подожду. Ну подожди. Блин, опять какая-то коматозная музыка. Так. О, о, Элис. Обалдеть. Элис хана, похоже. Если я все правильно понимаю. Надеюсь, не мне хана сейчас. Блять, я сейчас обернусь, эта тварь там стоит. Так, запишемся. Что ж такое? Все не слава богу. А, мне теперь сюда идти, да? Спасибо. Птичка, по крайней мере, это уже радует. Так, ребята, я думаю, это прекрасный момент остановить серию. Что же с нами произойдет дальше, узнаете в следующей. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте, комментируйте, пальцы вверх. Короче, вы поняли, да, меня опять несет. Всего хорошего, пока-пока-пока. Я вас всех очень люблю. Пока.